трудно почувствовать атмосферу настоящего праздника без статной новогодней елки. На центральной площади Канска сейчас в самом разгаре ее установка. И в ближайшие 3 дня рабочие закончат монтаж нижнего яруса. Известно, что в этом году на 10% будут обновлены елочные игрушки и заменены часть лампочек на гирляндах. Завершить работы по установке елки и возведению ледового городка планируют до 10 декабря. Пока толщина льда не позволяет начать распилку. Эскиз сейчас находится на согласовании в отделе культуры и в администрации города. То есть как только он будет согласован, утвержден, мы будем знать, какие будут фигуры и какое их будет расположение. Кроме центральной елки, в районах города также будут установлены пушистые красавицы. А пока до главного торжества остается чуть больше месяца, администрация города приглашает канцев принять участие в нескольких конкурсах, среди которых фотоконкурс, конкурс на лучшую новогоднюю игрушку и елочку. В молодежной библиотеке принимают работы на видеоконкурс поздравлений с Новым годом «Любимый город». Поучаствовать могут все желающие от 15 лет. Номинации конкурса «Самое оригинальное новогоднее поздравление», «Лучшее коллективное новогоднее поздравление» и «Приз зрительских симпатий». Работы принимаются в молодежной библиотеке по адресу площадь Коростелева, корпус 1, второй этаж, или отправляются на электронную почту молодежной библиотеки. Работы будут принимать с 20 ноября по 10 декабря, ну а победители объявят 22 декабря в день открытия елки. Татьяна Блинкова, Ольга Ванеева, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.